Павлодарский нефтехимический завод останавливает свою работу и уходит на капитальный ремонт. Сколько продлится ремонт? Коснется ли дефицит топлива наш регион? Есть ли резерв? На эти и другие вопросы ответит наш корреспондент. На сегодняшний день Павлодарский нефтехимический завод перерабатывает более 15 тысяч тонн сырья в сутки и вырабатывает 4100 тонн дизельного топлива. Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы должны останавливать свою работу и проводить капитальный ремонт один раз в три года. Мы с 2018 года не останавливались на капитальный ремонт. Мы ежегодно останавливались на текущий ремонт. Мы по плану должны были остановиться с 24 июля. Из-за того, чтобы не создался дефицит моторных топлив в внутреннем рынке, плановый остановочный ремонт нашего завода переносится с июля на сентябрь, теперь с сентября на октябрь. Работы по переработке нефти будут остановлены с 9 октября. До этого времени будет переработано 121 тысяча тонн нефти. Дополнительно будет выработано 31 тысяча тонн дизельного топлива и 18 тысяч тонн бензина марки А-92. К тому же имеется резервный запас топлива. На сегодняшний день у нас нефтепродукты, бензин А-95 у нас на сегодняшний день имеем 7476 тонн. Бензина марки А-92 49 600 тонн. Авиатопливо марки РТ 5130 тонн. И дизельное топливо, где мы сейчас, 34 700 тонн имеем. Ремонтные работы займут 14 дней. Вместе с остановкой и последующим запуском системы завод не будет функционировать 24 дня. Предварительно с 9 октября по 3 ноября. Евгения Мягченко, Ерлан Умашев, Ертыс Акпарат.